Всемирный день здоровья в округе начался сегодня на стадионе «Новые Химки». Почти 2000 химчан вышли на поле, чтобы размяться всем вместе на утренней зарядке. Среди участников были олимпийские чемпионы, руководство округа, спортсмены и многие другие. Несмотря на дождливую погоду, на стадионе царило хорошее настроение. Очень хорошее такое расположение духа у всех, тем более у нашей команды. Мы приняли участие в этой зарядке. Мы очень довольны. Мы видим, что наше население города очень так радостно событие это восприняло. А в это же время в парке Дубки собрались любители скандинавской ходьбы. Утром они провели очередное занятие, а заодно и мастер-класс. И тоже приурочили все это ко Дню здоровья. Тем более, что этого самого здоровья, по их словам, в последнее время прибавилось. Чувствуется уже, организм втянулся, надо двигаться. Давление нормализовалось, пульс восстановился. В парке Толстого сегодня тоже отмечали День здоровья. Плавание очень хорошо. Любая активность, она лучше, чем ничего. Здоровье – это счастье. Здоровый образ жизни пропагандировали фитнес-клубы округа. Изюминкой праздника стал мастер-класс по хип-хопу.